Ой, а кого это мы культурно выгуливаем? Илью культурно выгуливаем? Фу, Илья, свинота. Ребята из Старбакса, ну камон, какой пипидастер, 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 я пипидастер. Пипидастер, и это 15 фактов о шоу Хайпкэмп. Поехали. Факт номер один. Мало кто знает, что пиар-менеджер Хайпкэмпа это Юли. Друзья, знакомьтесь, это Артём. Вчера Артём со своим другом поспорил, что за несколько дней в его аккаунте соберется более 7000 подписчиков. Если этого не произойдет, то Артём Кондратьев будет выпускать новые треки каждый день. Подписывайтесь быстрее на Артёма! Друзья, а я напоминаю, что если вы не подписываетесь на Артёма, то вы получаете каждодневные треки а-ля «Девочка, сиськи!» Ребята, на самом деле Артём расстался с девушкой, и ему очень грустно было 4 дня назад, а сейчас не очень, поэтому... Но вышла из подъезда Юля с другим, они со мной, а в мыслях у меня с Юлей одна фамилия. Эх, Юля, сука. В общем, ребята, подписывайтесь на Артёма, пожалейте его в комментариях. А сейчас эту инстастори смотрит Юлина подружка, которая Юле все расскажет, что у нас тут хайповая ночнушка. У нас тут холостяцкая хата, и у нас все заебато, рэп сочиняем пиздато. Хочешь рассказать, какой классный, типа, я пипидастер, я с хайпкэмпа. Ладно. Пипидастер с хайпкэмпа, любимый хорошо. Блогер Юлика. Это ты гитарист Милен Чижой, не? А я так я думал уже отдаться. Фу, фу, не хочу, уйди, противный рокер. Ты, это ты бас-гитарист Лёши Феникса? Нет? Ну ладно, тогда я, может быть, подумаю, чтобы дать тебе. Пошёл нахуй, гей. Чтобы дать тебе пизды, на тебе носок, грязный, похотливый рокер. Парень мечта, просто и рокер, и пианист. Эх, Саша, Саша, какое добро проебала дура. Айфон, пожалуйста, сфокусируй на этого прекрасного молодого Джастина Бибера. Девки, присылайте свои анкеты на адрес камказавра@yandex.ru. И сиськи тоже присылайте, если вы парень. Только уж на адрес suvorov@gmail.com. А такого адреса не существует. А пофигу, кидайте в личку в инстаграм. Юху, сейчас нажрёмся, пойдём купаться. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for landing. Please ensure... Хочу передать привет Руслану, который мерзнет сейчас в Питере. Юху, Израиль! Вот это высота, вот это высота. Лёша боится. Лёш, чё, как оно? Сейчас мы приехали, сейчас очень страшно. Смотри, как высоко. Приехали тут на соленое море, на мертвое море. Руслан, привет тебе, передаю, тут много соли. Тут, значит, магазин в Израиле, так, опа, Россия, водка, русский стандарт, Москва. Как будто не уезжали никуда. Да, Леш?
соль, водка, бухло, там все дела. Иду купаться! Ля-ля-ля! Передумал!